60 или 120 минут на обработку одного модуля и презентацию своих профессиональных навыков. Региональный центр компетенций вновь открывает двери для участников чемпионата World Skills Russia. С 4 по 30 апреля в Ульяновском учебном центре проходит отбор в национальную сборную. Это шанс стать участником команды и представить страну на чемпионате уже в Европе. В этом году национальный чемпионат рабочих профессий World Skills Russia наконец-то выходит из онлайн-формата, но ограничения в связи с пандемией все же остаются. На площадке только 3 человека. Работают без масок, но в качестве пропуска на площадку обязательно отрицательный тест на коронавирус. В этом году на чемпионат съезжаются ребята из 76 регионов. Помимо основной возрастной группы, участие принимают юниоры от 12 до 16 лет. Одна из основных и наиболее популярных компетенций – ремонт и обслуживание легковых автомобилей. У них 4 модуля задания, где они должны будут продемонстрировать все свои навыки, чему их учили их эксперты, их наставники в течение года. Это диагностика автомобиля. Автомобиль достаточно сложный, это Audi A6. Вот, их задача завести автомобиль и отладить его работоспособность за 1 час. Механический модуль связан с подвеской, рулевым управлением и тормозами. Так, конкурсантам на время нужно исправить все неполадки и отладить развал схождения. Еще один модуль связан с полным разбором и сбором двигателя. В этом году видоизменилось конкурсное задание, связанное с общим электрооборудованием авто. Диагностика проходит на специальном стенде. Для 19-летнего Султана Саидалиева из Дагестана это первые крупные соревнования. Любовь к машинам у парня с детства. По его мнению, самые лучшие – это иномарки 90-х годов выпуска. Работаю жизнь, машину тоже вожу. Любовь с машиной у меня здесь идет. А я тоже как бы здесь занимался, когда был молодой, я тоже, мне нравилось, тоже пошел в этом направлении. С машиной нужно все-таки, это, как бы для нас это член семьи получается. А конкурсанту из Ульяновска Егору Тунгузову любовь к машинам пришла не так давно. После перехода на 5-дневку в школе появилось время заниматься в центре компетенций. Шаг за шагом и от движка машины уже не оттащить, смеется юноша. В который год ты принимаешь участие в World Skills Russia? Ну, я учусь в 72-й школе, вот, а принимаю участие, ну, получается, 2-й год. Вот. Первый раз я выиграл в областных соревнованиях, сейчас всероссийские. Ну, машины, я думаю, люблю не только я, все мальчики любят машины. Вот. Как я сюда попал? В школе сделали 5-дневную систему, и вместо 5-го дня учебы, 6-го, мы ходим сюда заниматься. По результатам всероссийского отборочного этапа лучшие из лучших отправятся в Уфу, где с 21 по 25 июля состоится финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.